Одна за другой торжественно выходят команды. Участники состязаний съехались с разных концов Тамбовщины. На столе красуются медали, кубки и призы для победителей. Заядлые болельщики стараются не пропустить ни одной игры. Почетное право поднять флаг Российской Федерации предоставили капитанам команд. Почти два десятилетия прошло с тех пор, как стартовал турнир. Сначала мероприятие проходило в рамках города, позже разрослось до областного. Гости поприветствовали участников предстоящих игр. Разрешите мне от имени главы города Александра Юрьевича Кузнецова поздравить вас с открытием 13-го областного турнира по волейболу среди ветеранов, посвященной памяти героев Хабаровска. Очень приятно, что в очередной раз на наш турнир приехали гости, как сегодня мне уже наложили, из 10 различных городов, не только нашей области, но и соседних областей. Вы все прекрасно знаете, чему посвящен наш турнир. И вот сегодня мне хотелось бы назвать его турниром дружбы. Потому что очень приятно видеть, когда заходят спортсмены из разных территорий, и они обнимаются, здороваются, приветствуют друг друга. Гости пожелали, чтобы сложившаяся между спортсменами дружба с годами все больше крепла. И чтобы время, проведенное в этом спортивном зале, надолго осталось ярким воспоминанием. Спонсором турнира по волейболу выступил депутат областной думы Алексей Кочетков. Помимо призов, лучшего игрока в конце состязаний ждет сертификат с денежным вознаграждением. Перед началом матчей традиционное фото на память, 15-минутная разминка и в бой. Светлана Доровских, Александр Трегубов для рубрики «Спорт».